Ну а для автоледи Алекминска подобный сюрприз был новинкой. Здесь также не штрафы за превышение, а букеты цветов и добрые пожелания дарили инспекторы ГИБДД милым участницам дорожного движения. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции в праздничном рейде участвовала и Елена Фаст. Смотрите далее. Замечательным сюрпризом для женской половины Алекминска стал в этот день взмах жезла ГИБДД. И пока прекрасный водитель вспоминал, чем могла провиниться, к машине подбегали юные помощники. Марта, ой, спасибо, вы хорошие. Спасибо большое. Спасибо. В городе Алекминске проводилась маленькая акция, посвященная 8 марта. Дети, юные инспектора дорожного движения дарили участникам и водителям, и пешеходам маленькие букеты, а также смайлики. Такая акция проходит впервые и, конечно, не могла не вызвать ответных улыбок. Спасибо. Наши ГИБДДшники самые лучшие. Кстати, на праздничный пост вышла Марина Мартынюк. В ГИБДД служит не первый год. И хотя работа в полиции ассоциируется больше с мужчинами, уверена, женщинам все по плечу. Тем более в надежном коллективе. А пока вместе с юными коллегами она с удовольствием поздравляет алекминчан. Признается, приятно, когда в ответ улыбаются. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ожидали, не ожидали? Не ожидала. Конечно, очень приятно. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.